Бегом! Наверх! А, быстрее! Цунами надвигается! Бегом, бегом! Наверх, наверх, наверх! Фух! Ребята! Выжили! Поздравляем! Стоп! Погодите-ка! Это что? Мое любимое желе? Вот дубина! Согласен. Эй, ребята! Я в тюрьме! Помогите мне отсюда выбраться! Выпустите меня, пожалуйста! Ну же, блин! Дурацкое стекло! Дурацкое цунами! Мне кажется, у него с головой не все в порядке. Все, я должен свалить отсюда! Чего ты сказал? У кого с головой проблемы? Лень, конечно же не у тебя! Лень, не надо злиться, пойдем скорее, потому что цунами реально надвигается, бегом! У нас еще есть шанс забраться наверх, Лень! Нет! Ну да, у меня есть шанс, у Лени уже нету. Давай, давай, бегу, бегу. Лень, ну ладно, теперь... Это все! Из-за тебя! Нет. Леня, бегом, бегом! Нужно найти самую высокую точку на этой карте. Это, например, вот та вертушка. Я без понятия, как на нее забраться, но здесь есть магазин, в котором мы можем купить классные читы. Если ты сейчас ставишь лайк, то... То что? То я покупаю читы. Лень, там что, деревья-то летают? Блин, я тоже хочу читы! Дай мне робукс, ты! Да, мой друг придурочный. Лень, ты куда? Я с тобой! О, нет. Я надеюсь, последней волны цунами не будет. Как вообще до этого щита Ладно, я допрыгнул, все. Я не базарю. Давай, цунами, проходи скорее, Степ! А можно мне тоже робуксы? Блин, ты что на меня встала? Фух, цунами прошло, это значит... Что ты мне должен робуксы? Это в честь чего я тебе должен робуксы? Я купил чит. Леня, ты офигел? Лень, бегом, бегом, нас сейчас цунами завалит! Скорее, нужно забраться на этот вулкан как можно! Быстрее шевеля булками! А, стоп, это еще что такое? Лень, пол это лава включилась! Да какой пол это лава? Это нифига не... Хотя, стоп, а что если это реально цунами из лавы? Больше похоже, что это цунами из песчаника. Я хочу забраться на эту вертушку, но чтобы мне это сделать, реально нужно купить какой-нибудь классный чит. Например, прыжок. Или джетпак! Это было бы вообще нереально круто! Откуда у вас у всех пружины? Если победишь 30 раз, то получишь пружину бесплатно. О, повезло. Ты зараза, Лёнь, откуда она у тебя? Не скажу, побежали. Блин, вот жук какой. Так, Лёнь, давай бегом наверх. Не, я жду ваших лайков, ребят. У вас 100% сейчас должна совесть-то сыграть. Вы должны хотя бы один-то лайк поставить. Ребята, нужно забраться на самую верхнюю... Леня? Чё? Ты чё? Купил джетпак, зараза! Обалдеть! Нет, погоди, стой, я ж тебе вчера робуксы задонатил. Леня! Пока! Обалдеть, то есть у меня джетпака нет, а у него есть, он 120 робуксов стоит, он потратил мои 120 робуксов. Напишите в комментариях что-нибудь хорошее про Леню. Вот то, что он хороший человек, то, что он хорошая шоколадка, то, что он... Напишите в комментарии, пишите. Я пойду, пожалуй, наверх заберусь. Тар, бегом наверх! А ты чё в трусах-то бегаешь? А чё-то не понимаю, вы вообще что ли уже все с ума посходили? Лёнь, я тоже трусы хочу найти. Лёнь, да какие трусы? Сейчас, нужно только найти, Стёпа. Бежим наверх, бежим. О, господи, нет. Ты чё, хочешь у него, Лёнь, трусы попросить? О, стоп! Откуда здесь был этот цунами? Я его даже не заметил. Я тоже его не заметил. Ну да, оно и видно. А ну сбегом скорее! Стоп, ты чё, в труселях? Леня! Бегом, нужно бегом спрятаться, потому что... Ты еще кто? Что это за картошка? Нет, стоп, это кокос! Я просто в шоке, кого только в Роблоксе нет. Смотри, Владус, дома разрушены! А ты как там? А я, Лень, нормально, только без джетпака почему-то. Знаешь ли, я вот свои робуксы на джетпак не трачу. Вот и зря! Ничего не зря, блин, еще и в труселях летает, ты посмотри. Лень, ну хоть бы постыдился народа! А мне нравится! Ну, главное, чтоб нравилось. Владус, смотри прикол! Подожди, не получилось.
Сейчас, еще разок. Лень, ты что делаешь? Куда ты полетел? Лень, подожди, ну это же высоко. Лень! Не получилось снова, сейчас. Блин, пока эта дурында шоколадная летает, мне нужно, наверное, спрятаться куда-то, да? Нужно, наверное, это, опять забраться на эту крышу. Почему вообще карта точно такая? Дом. Ты что, с ума сошел? Так, все, я не выдерживаю. Я покупаю этот джетпак. Я уверен, что вы поставили уже кучу лайков. Я трачу 120 робуксов сейчас. Я должен догнать Леню. Одну минуту спустя. Лошара, что у тебя нет джетпака? Да, у меня есть. Да, Лен, нету. Абсолютно нету никакого у меня джетпака. Никогда даже не было и вообще, и знаешь ли... В прямом, зараза такая. Ты чё, джетпак купил? Нет. Какой джетпак? Вы что, думаете, что я теперь вот так вот могу летать между двумя вулканами? Нет. И наконец-то я могу забраться на эту вертушку, как и хотел. Так, подожди, нужно там, по-моему, держать равновесие. Ты чё, зараза? Это подстава! А вот мы сейчас на спавне, да? Ну да, и что? Смотри, лайфхак! Готов? Ну давай, показывай, Лень. Раз, два... Три! Полетели! Эй! Куда он? Подожди, так у меня же тоже джетпак есть. То есть смотри, мы сейчас со спавна вылетаем и можем долететь до карты с цунами? Чего? Падус, я уже здесь! Лень, я к тебе лечу! Блин, цунами уже прошло, а мы прилетели сюда. Интересно, пройдем ли мы уровень? А, нет, нас выживших нету. Чит не сработал. Фигово! Лень, хватит в труселях бегать, оденься! Но в целом сейчас абсолютно вообще не страшно это цунами, понимаешь? Я могу, например, залететь вот на это дерево. Ты нормально? Ты что падаешь-то? Ладно, это плохая идея. Давайте лучше полетели на башню, потому что иначе какой смысл вставать на дерево, если они, блин, падают? Зачем они вообще нужны здесь? Ладно, кстати, деревья, чтобы народ обмануть. Видишь, их смывает цунами. Да, Лень, похоже на то. Давай, цунами, проходи. О, обалдеть, как оно близко. Фух. Я тоже хочу джетпак. Можно мне лайки поставить? Абсолютно точно. Куда ты прыгаешь-то? Блин, ребят, давайте, поддержите видос лайками, обязательно поставьте их. И знаешь как? Полетели к Дане. Дань. Кто-то украл мои штаны. Это был не я. Да, что-то у меня есть такое предчувствие, что штаны украл Лёня. Ого, что это за огромный скейт? Так, подожди, если не использовать читы, то... Че, я дурачок, что ли? Зачем я их тогда покупал, если я их не буду использовать? Конечно, мы взлетим сразу на дом, все. Можно, например, взлететь вот на этот щит. Причем джетпак абсолютно бесконечный. Либо встать на станцию электропередач, но нас, наверное, смоет. Ё-моё, что происходит здесь с этой картой? Лёнь, Планус, мы спасены! Да, это, конечно, хорошо, но будет еще лучше, если ты сейчас подпишешься на канал. Здесь кнопка подписаться. Нажми на нее, чтобы не пропустить новое видео. И посмотри следующий ролик. Он у тебя на экране, кликай. Ведь там было интересно, и я чуть-чуть троллил Леню. Что ты сказал?